75% дорог в плачевном состоянии. Татьяна Голушева живет в Гусь-Хрустальном. Сама водит автомобиль. Рассказывает, однажды на улице Второй Народной, наскочив на яму, она погнула диск, повредила еще несколько деталей автомобиля. Чтобы отремонтировать свое транспортное средство, ей пришлось отдать 5000 рублей. Татьяна рассказывает, особенно убитые улицы – Калинина, Интернациональная, Транспортная. В Гусь-Хрустальном дороги у нас отвратительные. С каждым годом все хуже и хуже. Значит, если начинают делать, то делают, кладут асфальт картами. Вот. До конца не доделают. Обочины щебенка не засыпают. Город в ужасном состоянии. Так и на улице Луначарского ямы и по пальцам не сосчитать. Машины здесь двигаются с минимальной скоростью, чтобы не оставить на дороге колесо или подвеску. И если зимой ситуация более-менее нормальная, то с приходом весны лужи и грязь доставляют еще больше проблем. Это и другие дороги в Гусь-Хрустальном нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели, по словам главы города, необходимо порядка 70 миллионов рублей в год. Естественно, основная задача проводить не ямочный ремонт, а ремонт с сплошным покрытием, то есть когда ремонтируются целые участки автомобильных дорог. И делается при этом фрезеровка, то есть снимается старый изношенный слой и поверх укладывается новый. И деньги на укладку асфальта будут. Благодаря инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в областном ЗАГС-собрании из регионального бюджета на ремонт муниципальных дорог направят дополнительные денежные средства. В этом году депутаты направили дополнительно более миллиарда рублей на дороги в муниципалитеты нашей области. Большую часть от этой суммы получит и Гусь-Хрустальный. 100 миллионов рублей дорожный фонд города в этом году – это рекордная цифра, такого не было никогда. Эти средства пойдут на первоочередные дороги и тротуары, которые требуют ремонта. И я рассчитываю, что местные власти, городская администрация эти деньги используют наиболее эффективно. Кроме Гусь-Хрустального, средства получат и другие районы, где состояние дорожной сети неудовлетворительное. Кроме того, на бюджетные деньги отремонтируют и тротуары.